Эксперт в электротранспорте, генеральный директор компании «Электромобили мира», президент клуба любителей электротранспорта и возобновляемой энергетики «Москва», Сколково. Под ваши аплодисменты на этой сцене появляется Александр Гуров! В первую очередь хочу вас поприветствовать в Олимпийском парке в Сколково, в нашем наследии олимпийском, которое нам с вами позволяет вот так находиться здесь в октябре в двух шагах от моря. Пожалуйста, аплодисменты нам за то, что мы сделали олимпиаду, за то, что все это случилось. Итак, дорогие друзья, я представляю компанию «Электромобили мира». Немножко предысторию, как я здесь вообще появился. Когда речь идет о бизнесе, первое, что мы спрашиваем, это: а ты знаешь этого человека? А сколько времени тому предложению и насколько оно опробовано на других людях о том, о чем идет речь? Профессиональные спикеры здесь сказали, что если мы хотим делать бизнес, то первое, у нас должен быть интересный продукт, второе, должен быть инновационный продукт, и третье, мы должны знать, что это действительно так. Вот что действительно так, это криптовалюте и биткоину. Это очень четкий инструмент, значит, когда мы хотим провести определенные операции именно в том формате. Ну, здесь спикеры есть. Мы вместе проводили конференцию, которая называлась «Экология жизни». Она проходила в комплексе «Моя Россия» в Красной Поляне. И именно там был заложен фундамент тех вопросов, которые сегодня обсуждаются по поводу экологии главного курорта России – Сочи. Недавно Дмитрий спикер сказал, что самое главное в этом курорте – это то, что люди сюда приезжают оздоравливаться. Так вот, для вас, наверное, абсолютным фактом является, что 90% загрязнения воздуха в Сочи происходит от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Я для вас подготовил разные вещи, в том числе выступление господина Собянина, которое произошло буквально несколько дней тому назад, и они пустили каршеринг на электротранспорте. Сегодня я представляю вам компанию «Электромобили мира», в состав которой входит пресс-издание «Зеленая точка старта» Яндекс.Дзен. Если вам будет интересно, мы уже в эфире 2 года, порядка 20 тысяч человек и подписчиков читают каждую нашу статью, и это все авторские. Вот так каждую неделю мы делаем обзор всех новостей. Подытожу этот видеоролик чем? В конце вы, наверное, немножко не поняли, когда рассказали, B10 там было написано, Tesla. Так вот, это 10-е обновление автопилота. Буквально в 2020 году, и, скорее всего, может уже и в этом, каждый из вас может записаться на тест-драйв не просто электромобиля Tesla, а именно электромобиля, у которого установлено программное обеспечение автопилота. И оно полностью... вы сидите за рулем, ничего не трогаете, машина вас везет по городу. Сейчас идут слайды по тем мероприятиям, которые мы проводили в Москве. И мы провели первый парад электротранспорта в Москве, на который мы собрали просто все электромобили, скутеры, мотоциклы. Это вот наш техцентр, где мы тесты делаем. И детишек пригласили, для них сделали занятия. Это вот Лада и Лада, кстати, прокручивается. Сейчас пока, паузу подождите. В результате этого всего, я как человек, который 7-й год ежедневно занимается только электромобилями, абсолютно как эксперт могу вам сказать, в 2020 году официально начинается старт и гонка всех электромобилей практически всех заводов-производителей. На сегодняшний день такая ситуация. У нас в стране сертифицированных автомобилей, электромобиля, которые вы можете приобрести в лизинг для своей компании, всего 2. Это Jaguar I-Pace, цена которого начинается с 6,5 миллионов, и это Jack, который мы вам привезли, ознакомиться, он находится у парадного входа. Это всего 2 машины. Так
Вот Jaguar I-Pace – это премиум машина, ну понимаете, да, 6,5 миллионов. Jack – это первый и единственный лидер, который собран на территории стран СНГ в Казахстане. У него сейчас проходит процедура сертификации, и мы, как компания «Электромобили мира», предлагаем вам комплексный продукт. То есть все ваши вопросы, а сколько она едет на одной зарядке, а где может, я их 7 лет эти вопросы слушаю, уберите их все. Вот у вас есть мобильный телефон, вы же не знаете вопрос, а где его зарядить. Вот все то же самое происходит, когда у вас появляется электрический автомобиль. У вас есть мобильное приложение всех зарядных станций, вы ими пользуетесь раз. Второе, когда мы вам поставляем автомобиль, мы всегда просматриваем маршрут исследования, и на этих маршрутах, особенно в точках парковки, либо гаражей, всегда устанавливается ваша зарядная станция. Плюс к этому мы осуществляем полное техобслуживание, дистанционное, с выездными бригадами, и наше конкретное предложение я озвучу в самом конце. То есть я участвовал на очень большом конференции, на очень большом количестве конференций в Москве, и вот какую я тему увидел. Когда конференция длится более 3-5 дней, то в конце 5-го дня мы уже обсуждаем результаты работы. Следующее. Дорогие друзья, заводу, я думаю, с вашей помощью мы скажем свои предпочтения о том, какие мы хотим видеть автомобили электрические в Сочи. И от того количества заявок, которые после форума я им привезу, будет принято решение о делегации на завод. То есть, когда у них будет понимание о том, что вот такое количество компаний считает нужным, чтобы в их офисе был электромобиль, и тем самым они заявляют и об экологии, и являются официальными представителями компании «Электромобили мира», и за любую рекомендацию купить, которая срастается, они получают награждение, что важно. То есть именно в программе все это происходит. Я думаю, у нас будет организована делегация на завод. Следующий. Завод выпускает разные типы.